Давай, одевай свой. Вау, вот это исторический момент, ребят. Это шлем его знаменитый. Хэммонд? Сохраняй спокойствие, Дэниел. Занимайся лифтами. Мы здесь не одни. Да. Господи, что это за фигня? Чем? Нет. Мне бежать. О, боже. Ой, иди нафиг. Эгэгэ, всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games TV. Сегодня мы с вами начнем прохождение новой игры, которая не так давно вышла. Ну, она вышла где-то, наверное, недели 2 или 3 назад. Может, дней 10, не помню. Ну, короче, самое главное, что появился, наконец-то, русификатор. И мы можем с вами погрузиться в эту игру на русском языке. Игра называется «Мертвый космос». Dead Space. Итак, яркость, да, все, начинаем. Начать игру. Сесс-миссия, обновлен статус, цели, директива. Короче, игра это ремейк. Dead Space первая часть вообще выходила еще в 2008, то ли 2006 году. Я ее проходил. Все три части проходил. Николь, Айзек, это я. Я так хотела поговорить с тобой лично. Прости меня. Прости за все. Я так хотел поговорить хоть с кем-нибудь. Тут все разваливается на части. Не могу поверить в то, что происходит. Николь. Удивительно. Такая мелочь. Это от нее? От Николь? Дэниелс. Да, единственное, что я получил за все это время. Мы через 5 минут прилетим, а ты все слушаешь ее на повторе. Похоже, ты серьезно соскучился. От работы на Ишимуре не отказывается, но полгода врозь, хоть и с видеосвязью. И так легко сказать что-то. Я тебя не виню, я бы тоже лучше послушал свою подругу вместо протоколов безопасности. Предупрежден, значит вооружен. Ты всегда так говоришь. Вот и все, выходим на орбиту. Добро пожаловать на Эгидо 7. Короче, игра, ребят, легендарная. Представьте себе, 6 месяцев пялиться на эти камни. Для вольнонаемных шахтеров это рай. Эгидо 7 – одна из богатейших находок в истории СЭС. Люди... Блин, не успеваю прочитать, вы задолбали. А где же корабль? Здесь. Подтверждаю визуальный контакт с USG Ишимура. Красавец. Свой крупнейший планетарный потрошитель в своем классе. И похоже, он уже заглотил добычу. Но почему так темно? Мы же должны были увидеть. Согласен, попробуй выйти на связь. Кто-то наверняка мониторит нас. Будь осторожен при стыковке. Не хочу рисковать репутацией. Я не знаю, какой здесь уже это, ребят, но... Так, пауза есть? Да, пауза есть. Короче, в оригинальной Dead Space начало было такое. Айзек вот Кларк, наш герой, за которого мы будем играть, он получил сообщение от жены, что там что-то случилось, короче, на ее корабле. Она где-то, в общем, на этой станции Ишимура работала каким-то, по-моему, доктором, исследователем каким-то. Что-то такое было. Короче, она как-то ему отправила сообщение, в общем, типа, прилетай, Айзек, то да сё, и он полетел, короче, вот. Ну, смысл такой был, да, вот, ну, начало. Вот. Я компьютерный аналитик, это моя работа. Я провел стандартную для СЭС проверку биографических данных. Мисс Дэниелс, хотите работать? Канал связи открыт. А, еще, да, он, Айзек Кларк, он, короче, инженер, типа, космический. И да, вот, что-то я вспоминаю, я уже забыл, честно говоря, но что-то вспоминаю, что вроде бы его туда отправили, на эту станцию, чтобы с ней связь, по-моему, прерывалась, а он связь восстанавливал. Что-то такое-то. Ну, типа, как инженер он должен был, вот, станция называется космическая Ишимура. Вот, эта команда, видишь, он там что-то объяснял. Ишимура, вы слышите? Прием, это USG Келлион. Ты когда-нибудь слышал о радиомолчании на потрошителях? Никогда. Ну же, возьмите чертову трубку! Так, а, вот, о, у нас. Что это за звук? Похоже, коммуникационный массив накрылся. Возможно, сломан кодировщик. Мы с Дэниелс починим его за пару дней, не больше. Эй, у тебя останется полно времени на встречу с Николь? Да. Но на то и расчет. Чен, Джонсон, начинайте стыковку. Гравитационные захваты подсоединены. Провожу автоматическую стыковку.
Телеконтроль, вау. Черт, что это такое? Эй! Захват не исправлен, блин, мы сошли с курса. Дэниелс, система наведения не отвечает. Дерьмо, дерьмо, мы сближаемся слишком быстро, нас просто размажет. РЦ-100, аварийный стабилизатор, туда, где голубой свет, это... Так, поднять щиты. Команда. Вот так, я... Что происходит? Жесть. Боже, все отключилось вообще. Так, все живы, нет? Все целы? Я в порядке. Я жить буду. Эй, Джонстон, ты как? Лодыжка, похоже, она сломана. Паршиво, но все же лучше, чем сломанная шея или еще что-то похуже. Отличная идея со стабилизатором. К счастью, я всегда... Что за фигня творится с диспетчерской? Их система наведения? Уже добавь ее в список ремонта. Чен, доложи. Связь не работает. Потерян усилитель порта. Загорелся один из стабилизаторов. Ядро сингулярности в хлам. Могло быть и хуже, но не намного. Что ж, позовем кого-нибудь на помощь. Джонсон, оставайся на Келлионе. Мы пришлем к тебе помощь. Давай, одевай свой. Вау, вот это исторический момент, ребят. Это шлем его знаменитый. Ну что ж, мы готовы. Глава 1. Новоприбывшие. Следуйте за охраной. Этап меню миссии. Вау, видал тут какое-то меню классное? Оп-хоп. Так, миссия, следуйте за охраной. Мы добрались до борта Шимура, но нам нужно найти экипаж, и Джонсон нужен медик. Где, черт побери, все? Так, четвертый, больно. А как выйти? Куда идти? Вау. Так, куда идем? Подожди. Осторожно. Вот дерьмо, мы довольно жестко приземлились. Это что такое? Импульсные винтовки. Где винтовки импульсные? Дайте мне. Стандартная процедура, мисс Дэниелс. Есть кто? Где все? Половина короля должен слушать. Гордись собой, Чен. Ты доставил нас сюда. Ну, они, короче, припарковались, но... Не так, как надо, короче. Ладно, идем. USG и Шимура. Видишь, говорю, кого-нибудь? Не, никого, говорит, не вижу. Ну, ладно. Короче, да, в субтитрах присутствуют маты, но я их озвучивать не буду, ребят, а вы уж там сами смотрите, хотите читать или не хотите. Вот, перевод... Перевод, короче, без цензуры. Хорошо, хоть вывеску не снесли. USG Ishimura. Так, проверка безопасности. Нужно зарегистрироваться. Предметы будут конфискованы. Так, что у нас FPS? А, во, все вижу. Ну, нормально, кстати. У меня графика на ультра, но FPS. Неплохо. Так, что здесь? Так, это взлетная полоса, только для зарегистрации закрыта. Айзек, подойди к двери. Зал прилета, пожалуйста. Ага, вот. Айзек Ларк, добро пожаловать на Ишимуру. Так, USG, как расшифровывается. X синхронизирован, получите модуль кинезиса и стазиса. Главного инженера Джейкоба Темпа. Местонахождение. Ошибка. Сотрудник не найден. Не могу связаться с охраной. А я с главным инженером. Что случилось с их связью? Открыть. Окей. Что тут светится? Кредиты забрать. Окей. Короче, прибыли на станцию. Я не знаю, для чего нас сюда вызвали, на эту станцию. Похоже, уходили в спешке. Прибыли, видите, на станцию мы прибыли, вот эту, да, космическую. Где парни из безопасных? Где хоть кто-нибудь? А видите, никого нету. И нам предстоит разобраться, что же здесь произошло. Так, журнал забрать. Так. Отказ от ответственности. Данная статья спонсирована ЦЭК. Мнение автора этой статьи может не совпадать с мнением. Представьте себе мир, в котором повседневные ресурсы, такие как топливо, металл, руда и лед, стали роскошью. Мир, в котором человечность полностью зависит от истощенных местонахождений Земли. Люди всегда смотрели на звезды,
Ишимура получил свое имя в честь известного астрофизика и изобретателя межзвездного двигателя Хидэки Ишимура и стал первым крупным кораблем класса «Планетарный потрошитель», построенный в 2446 год, прикиньте. Корабль снискал славу своей долгой и богатой карьеры Ишимура. Межзвездный двигатель, потрошитель. Короче, он, видимо, камни долбит в космосе, что ли, получается. Вот. И еще до завершения строительства Ишимура провозгласили спасителем колонии. Корабль создавали для максимально экономичной добычи и обработки астероидных руд. Да, он астероиды в космосе уничтожает. А также потрошение небольших спутников. Кроме того, Ишимура первый корабль способен находить и отлавливать богатые минеральные астероиды. И с помощью мощных гравитационных захватов Ишимура затягивает космические камни на борт, после чего они быстро и эффективно переплавляются в руду. Угу. Такие корабли, как Ишимура, а также самоотверженный труд и экипаж стали залогом, короче, безупречной репутации КЕК. Короче, да. Ну, короче, такой корабль-шахтер, по большому счету. Так, нам сюда, да? Корабль-шахтер, он добывает, короче, из космической руды. Здесь что-то на полу. Айзек, я жду отчет. Какой отчет? Что-то реально на полу. Что надо? Какой отчет? Закрыто. Уже ничего не вижу. Есть фонарик какой-то? А? Нет. Не компьютеру, что ли? Так, загрузить отчет о повреждениях. Выбрать. Отчет об ущербе. Боже, ну и вонь. Ну что там, Айзек? Все плохо. Проблема не только в связи или системе наведения. Половина Ишимура разваливается. Двигатели, обшивки, вагонетки. Что могу так раз потрошить? Потрошитель. Они его называют потрошитель. Ишимура... Парни, я подрубила нам немного энергии. Вентиляция ожила. Лифт на очереди. Обнаружена опасность, аномалия. Какая? Очередная неисправность? Нет, все карантинные системы в порядке. Подождите, вы это слышите? Да, да, слышу. Хэммонд? Сохраняй спокойствие, Дэниел, занимайся лифтами. Мы здесь не одни! Да. Господи, что это за фигня? Чем? Нет! Дэниел, открывай дверь, я пытаюсь уже почти! Убирайся оттуда! Получилось, у меня получилось! Ну же, бежим! Айзек, беги! В смысле беги? Так. Не бежать! О боже! Ой, иди нафиг! Подожди! Беги, Айзек! Реально беги! Ходящий звонок! Куда? Куда? Чё? А, вот! Бежим, 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 нафиг! Чё за твари? Так, чё нажать? Использовать! Фух! О, жесть! О, господи! Ох! Куда мы едем? Члены КПА, прошу кто-нибудь, помогите, о боже! Пустите меня! Где же мне надо найти часть моей? Прошу кто-нибудь, запал в моих ошметках, впустите! Откуда это он говорит? Это что такое? А? Это что такое? Отрезай им конечности. Плазменный резак. О да! Тот самый резачок. Первое оружие наше, чуваки. Смотри. Чук. Чук. Отрезай им конечности. Кровью написано. Сканирование. Так, прицеливание. Удерживайте основной огонь. Альтернативный огонь, да, видал? Резак можно поворачивать. 10 патронов. Понял. Что это? Плазменная батарея. Еще чего-то.
Так, а. В ближнем бою можно наносить урон врагам или же вот так. Удар. Удар ногой. А. Топать могу. И разламывать все. Понял. Понял. Ну идите сюда. Теперь говнори. Так, вот так это я бью, да. Рукой просто. Откидывать их, допустим. Фух, хорош. Че разламывал? Кто там? На помощь, помогите! Я иду, иду, чувак. Это что такое? Как? Выстрелил по этому или что? Да. Открыто. О боже, нет, нет! О мой гад! Стреляй! Конечности! На! Перезарядите, перезаряжай! Ломай! Офигеть! Чувака разорвало. Прости, чувак. Ну вдруг ты в зомби превратишься. Еще кто? И стреляешь типа горизонтально или вертикально? Это что за фигня? Так, а у меня есть какое-то задание вообще, нет? Так, кредиты, узлы. Где база данных? Миссии. Доберите до безопасного места. А, это вот где я нахожусь. А, вот, показывает. Да, мне надо типа вот сюда направо, но я пойду вниз сначала, посмотрю, что здесь. А, жесть! Боже! Говно! Вернись! Я развалю нафиг, так пройти здесь мы не можем, чуваки. Боже, как темно. Ужас. Так. И чё? Взаимодействовать. Активировать. Получено сообщение службы безопасности. Она не сдохла, мы жахнули этой твари аккурат промеж глаз. Смиту пришлось отстреливать ей руки и ноги. Бога ради! Чего-чего там, что-то написали, что где-то будет храниться. Так, а это вот у меня что есть, да? Подожди, а как по инвентарю гулять? С помощью мышки? А, навигация вверх-вниз или клавиатура? А, вот так. Ой, блин, как неудобно. Так. Месси, база данных, бегите. Отправить помощь. Она не сдохла. Аккурат промеж глаз, но она не сдохла. Мы, говорит, жахнули. Смотри, пожалуйста, лети ей руки и ноги. Бога ради, пришлите помощь. Короче, да, по рукам и ногам, говорит, стреляйте, да? Так, а как игру сохранить? Загрузить только игру могу. Окей. Да, короче... Малая аптечка. В инвентаре добавлен медпак. Используйте его для... немедленно восстановить здоровье. F использовать аптечку. Ага. А, типа у меня сейчас все, видимо, да? У меня сейчас все заполнено. Где? А, вот аптечка. Ага. Понял, ладно, идем дальше, чуваки. Идем дальше. Есть кто, нет? Ой, боже! Доберитесь до безопасного места. Айзек, слава богу, Айзек, ты выжил. Чудом, а не повсюду. Чен, он погиб, я ничего не смог сделать. Что это, блин, за твари такие? Некоторые из тех, что я видел, были одеты в форму Ишимуры. Это экипаж? Как, черт возьми, это возможно? Посмотри на них. Нужно добраться до мостика, на борту 1000 человек. Кто-нибудь, может быть, и жив. Не получится, транспортная система повреждена из-за карантина, все эти всякие... А вы оба техники, да? Ну да, мы типа технари. Видеозвонок, а она вон она и там. Сломанная вагонетка застряла в туннеле и парализовала всю систему. А еще сгорела инфопанель, так что я не смогу ни снять блокировку, ни вызвать вагонетку. Но из-за карантина только Айзек может туда добраться. Я справлюсь. Только убедись, что ремонтные системы подключены к питанию. И Айзек, да. Я уверен, что Николь в порядке, она же врач, верно? Она поступит разумно.
Да-да, так же, как и всегда. Найдите безопасное место, я скоро вернусь. Ага. Так, цель, пустите вагонетку. Так, ну я понял. Пустите вагонетку, а куда валить? Ага, мне куда-то... Вернись, Айзек. Нам туда, да? Туда и направо. Окей, я понял. Ладно, сейчас пока здесь изучим все. Жесть. Так, инфопанель. Главная схема транспортной сети отказана. Надо запустить вагонетку. Не ломается это, что ли? Да, надо. Кредиты. Чего кредиты? Что покупать тут? Твой локатор знает путь. Какой локатор? О. Так, еще что-то. Патроны, видимо, а это что? Плазменная батарея, окей. Так, можно туда пойти, а можно сюда пойти. А как я приседать могу, нет? Подожди, давай посмотрим. Мой локатор, говорит, знает путь, а как? Да, мне надо направо, чуваки. Я могу и сюда пойти, давай просто посмотрим, что здесь. Ого, багажное отделение, смотри, сколько багажа, вау. Иди ты. О, кишочки валяются. Жесть. Плазменная батарея. Экономьте... Так, расчлененка. Экономьте боеприпасы, расчлененка, конечно, противника. Отрубайте, конечно, чтобы быстро убивать врагов. Расчленяйте врагов, чтобы замедлить их. А, вот так это что-то мы меняем. Оружие, видимо, да? А как это убрать меню? А, во, оно исчезло. Нет питания. Трюм. Трюм охранить, в этой зоне нельзя хранить. А зачем мы сюда идем? Вот здесь чел пробегал, да? Нет питания. О! О! Тихо! Тихо! О! На, держи! На, держи! О! Жесть! Боже. Он просто здесь лежал. Притворился мертвым, вы серьезно? Щиток. О, это что? Ремонтный отсек. В смысле включить? Включить? А. Блин, не знаю пока. Что-то распределили, видал? О боже! Что такое? Где он? Куда он улетел? Что? Что происходит? Я не понял. Узлы. Что за узлы? Кредиты. Кредиты. О, проводник. О. Что это было? Слушай, я какую-то комнатушку, видимо, нашел. Короче, не знаю. Ладно, давай бежим. Ну его нафиг. Давай идем, куда надо по заданию идти? Туда? О, пошли. Вот это же, да, нам сюда. Перезарядить надо. Боже, что с дверьми? Короче, у Айзека жена, я так понял, работает. На, здесь, на корабле, на Ишимуре. Так, ну вниз. На Ишимуре работает в доктором. Врачом, по-моему, да. Боже, что такое? О! Жесть.
Ты напугал меня, мужик Чандер. Решил попадать сейчас прям, да? В тот момент, когда я тут лазю. Чё? Кто? О боже. Боже, так. Склад вагонеток. Пропуск службы безопасности уровень 1. Отказано. У меня нету такого пропуска. Ладно, идем сюда. Ага, там что-то светится. Это ящики ломались, помню. Кукла, смотри, валяется. Это что? Перезарядка стазиса? Стазис модуль выбрать. Вау, что-то нашли, чуваки. Боже, да чья-то рука. Оба. Так, стазис замедляет... стазис замедляет врагов и быстро движущиеся объекты. Удерживайте прицел и нажмите С, чтобы использовать стазис. А это временно работает? Ты же сломанную дверь у тебя на пути сможешь починить? Нет, но я нашел стазис модуль, если я не буду тормозить, смогу проскочить. Ага, вот перезарядка стазиса. А, вон у нас он сзади, смотри. А вот это ХПшка наша, чуваки. Вот стазис. Запомни. Двигатель в стазисе — это безопасный двигатель. Стазис замедляет врагов и быстро движущиеся объекты. Все, понял. Все, я проскочил. Видал? Класс. Хорош, ладно. Пока идем дальше. Так, еще что-то нашел. Это что? Стазис батареи. Подзаряжайте модуль стазиса на станциях подзарядки или используйте стазис батареи в инвентаре. С использовать стазис батареи. Понял. Станция сохранения. Пустой слот. Вы уверены, что хотите? Да. Мы сохранились, короче, да, получается? Вау. Так, куда идем теперь? Карту можно посмотреть? Ага, непонятно, надо разбираться, смотри. А, нет, сзади, видимо, да? Вот сюда, видимо. О боже! Блин, карта, что такое? Чё? Кто? Что происходит? О! Фух. Ладно, давайте первую серию закончу, пока я не обосрался. Хотя, не знаю, в комнате что-то запахло как-то. Чего? Чуть болтает. Фух, да, воняет. Надо открывать окна. Все, пока. Пока.